форми арт-терапії, зокрема театрального мистецтва, реабілітувати, зробити психологічну реабілітацію для дітей, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. На сьогоднішній день у нас вистава, третій цикл, вистава за мотивами казки Степана Завреля «Дід Томасо». Третій раз вже відбувається вистава силами наших дітей під керівництвом професійних режисерів, танцівників і в супроводі професійних акторів. Це казка, яку написали діти. Казка, де збережений головний герой, а всі інші події, які з ним відбуваються, це історії конкретної дитини. Тобто діти відіграють свої історії. Это детский спектакль, который сделан в коллаборации с детками из театральной студии, с танцорами. Плюс у нас 3 профессиональных актера с киевских театров, музыканты профессиональные. И, конечно же, самые главные наши актеры – это детки из детского дома. Профессиональные актеры, они для себя открывают что-то новое, когда сотрудничают с непрофессиональными людьми, потому что те более открытые, они более креативные, придумают, у них нет штампов театральных. И мне кажется, наш спектакль – это такой еще немножко импровизированный текст. Мы немножко пытались сами придумать пьесу, потому что Степан Завреля, он написал картинки и чуть-чуть историю, то есть там буквально 5 страниц. Поэтому нам было сложно драматургически отталкиваться от этого. И актерам пришлось вместе со мной, конечно, придумывать очень много реплик, текстов, даже какие-то ходы режиссерские и актерские мы сами придумывали. Но это было очень забавно и интересно.